Анатолий Пахомов оценил внешний облик улиц Победы, Лазарева, Аэродромной, Тормахова и многих других. По мнению мэра, отрасль торговли и услуг в Лазаревском районе нуждается в серьезной модернизации, которая уже проведена в других районах Большого Сочи. Есть опыт, который мы вам предлагаем. Опыт такой. И он не только опыт, а я требования выставлял, что за каждой улицей центральной должен быть закреплен на уровне не меньше, чем заместитель главы района. Мэр высказал конкретные претензии. Необходимо очистить от безликих ларьков площади, скверы и парки. Они портят внешний облик района. О том, как исправить положение, расскажут архитекторы и организаторы, которые приехали в Лазаревское вместе с мэром. У них уже есть опыт работы по благоустройству олимпийских территорий. Для начала каждый объект должен получить паспорт модернизации, после чего специалист предложит различные эскизы. Можно оставить так, нормально. Только цокольную часть здания надо покрасить или обшивать какой-то керамогранитом. У предпринимателя Ильи Стопченко несколько торговых павильонов и магазинов на улице Победы. Все по старой схеме. Ларек закрывается на роль ставни. Ролеты, замечает мэр, прошлый век. Магазин обязательно должен быть со стеклянной витриной. Илья, как и многие другие бизнесмены, согласен идти власти навстречу. Ну, фасад поменять надо, стекла притонировать и рекламные вывески поменяем. Единый архитектурный облик уже под всех надо подстраиваться. У одного одно, у другого другое. Надо уже делать одинаково. Вечером по итогам обхода градоначальник пообщался с предпринимателями района. Каждый мог задать наболевший вопрос и получить конкретный ответ. Все единогласно решили, пора менять подходы к работе. Уже в ближайшие дни в Лазаревском начнется масштабная работа по благоустройству отрасли торговли. На туристические сезоны впечатления отдыхающих это не повлияет. Рабочий визит градоначальника продлится несколько дней. Также в планах у Анатолия Пахомова встретиться и пообщаться с жителями района. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.